Бога. Там он за отвагу, проявленную в боях, вот если обратите внимание, от Емельяна Пугачева получает чин полковника и отправляется на северо-восток Башкортостана. И вот там он занимается агитационной деятельностью, он занимается, получается, он объясняет, да, башкирам, почему нужно участвовать в восстании под руководством Емельяна Пугачева. Но для башкир все-таки это был не Емельян Пугачев, а Петр III, спасшийся император. И вот он объясняет, что нам дадут, нам, получается, наши права земельные будут защищены. Вот после строительства заводов у башкир стали отбирать землю. То есть под строительство заводов, а порой их просто, ну там разный объем земли у населения был, даже порой захватом отбирали землю. И башкиры шли постоянно на восстание.